Сколько бы ни происходило с тобой, невозможно грустных, несправедливых, жестоких вещей. Пожалуйста, храни внутри себя то, что делает тебя по-настоящему живым. Доброта. Искренность. Вера в чудеса. Радость. Да, даже радость. Все реже и реже встречаешь взрослых людей, которые могут искренне улыбнуться или засмеяться, увидев что-то незначительное, но такое трогательное и приятное. В мире же столько прекрасных и безумно интересных вещей, о которых мы не знаем. Мы боимся выйти за границы нашего маленького мира. Дом, школа, работа, улица, город. А ведь существует бесконечное количество мест на нашей родной планете, и каждое место может дать тебе что-то незабываемо чудесное. Живите. Именно живите. Открывайте для себя все новое. Радуйтесь, танцуйте, смейтесь, влюбляйтесь, вдохновляйтесь, грустите, плачьте. Но, пожалуйста, запомните одну важную вещь. Никогда не сдавайтесь и не опускайте руки. Я знаю, это безумно сложно. Я знаю, вам было так одиноко в эти моменты. Страшно и обидно. Но все эти моменты сделали вас сильнее.